Şerebahlara bara 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 bara. Trabajadora. Интересное место описания. Кто услышит глаз Божий? Или мертвый услышит во Христе, мертвый во Христе услышит глаз Божий и воскреснут. Вот он говорит, как бы всем, но его слышат только некоторые. Для кого-то это гром, для кого-то это суд, а для кого это сила Божья, когда Бог говорит, и услышат мертвые в гробах голос Сына, воскресший, и воскреснут из мертвых. И здесь то же самое. Тут говоришь, говоришь, если духом говоришь, кто услышит, кто поверит слышным от нас, кто поверит, кто поверит. Бог взывает, говорит, вот на площадях, молит, взывает Бог, кричит и день, и ночь. Кто его услышал, тот принял и получил дар Святого Духа. Конечно, он странно говорит, что его никто не хочет слышать. Уши затыкают, глаза закрывают. Говорит, кто услышит глаз Божий? Смотри, не ожесточи сердце своего. Чтобы не погибнуть.